В этом видео я расскажу вам о самых редких вещах, которые можно встретить на нашей планете. Таких редких, что если вы увидите их всего один раз за всю свою жизнь, то вас можно будет назвать счастливчиком. И таких ценных, что если вы найдете их, то заработаете целое состояние. Метеорит. Это твердый осколок небесного тела, например, комета, астероида или метеороида, прилетевшего из внешнего космоса и упавшего на поверхность Земли. Ученые подсчитали, что примерно от 36 до 166 метеоритов весом более 10 грамм ежегодно падают на каждый квадратный миллион километров, поэтому метеорит можно так редко встретить. Внутри метеориты выглядят гораздо красивее, чем снаружи, и состоят из элементов, которые можно встретить на Земле, хотя порой в них находят вещества и металлы, которые для нашей планеты не свойственны. Если вам очень сильно повезет, то вы можете наткнуться на редкий метеорит, который в зависимости от размера и состава можно будет продать от 100 тысяч до 1 миллиона 700 тысяч долларов. Один из самых редких организмов на Земле является редким, потому что можно пройти мимо него и при этом не заметить. Все потому, что он выглядит как камень. Этот организм носит название Pyrochilenis или живой камень. Он обитает на побережье Чили и Перу и относится к классу асцидий. Питается это животное органическими веществами, которые содержатся в воде. Живой камень рождается с женскими половыми органами, но к моменту зрелости становится гермафродитом, а потом сам себя оплодотворяет. Висмут. Это красивый металл, который получается как побочный продукт при рафинировании свинца, меди, олова, серебра и золота. И используется в промышленности для производства низкоплавящихся сплавов. При нагревании и дальнейшем охлаждении этот металл кристаллизируется и образует структуру невероятной формы и цвета. При желании вы можете приобрести висмут и убедиться в этом сами. Многие люди считают, что самые редкие драгоценные камни на Земле – это бриллианты, но на самом деле это не так. Самыми редкими драгоценными камнями являются камни, которые можно обнаружить только в Мьянме. К 2001 году было добыто всего два из них. Их можно увидеть в Музее естественной истории в Лондоне. Эти камни носят название пениты. Цвет пенита от оранжево-красного до коричнево-красного, и он довольно хрупок, что представляет определенную трудность для огранщиков. При желании вы можете приобрести пенит в интернете за $100, но он будет очень низкого качества. А вот если вам удастся обнаружить пенит высокого качества, то вы сможете продать его по цене 60 тысяч долларов за карат. Одно из самых редких животных в мире – это кальмар Stigmatotheuthis howleyi. Он редок, потому что обитает только в нескольких районах Срединно-Атлантического хребта на глубине несколько тысяч метров ниже поверхности. Поэтому этого осьминога столь трудно увидеть. Этим могут похвастаться только немногие, например, рыбаки, ведущие промысел в открытом море. Stigmatotheuthis howleyi уникален тем, что один его глаз больше другого, и его тело покрыто фотофорами, которые выглядят как драгоценные камни. Этот осьминог – одно из самых редких морских животных в мире. И так как еще 95% мирового океана остается неизученным, можно с уверенностью сказать, что в морских глубинах обитают другие поразительные создания, которые ждут, когда их обнаружат. Например, этот новый вид морского огурца. Нет, морские огурцы довольно распространенные организмы, но конкретно этот вид является уникальным. Взгляните на него сами. Одно из самых редких природных явлений – это биолюминесцентный планктон, который светится ночью в воде. Уникальное свечение – это результат действия на биолюминесцентный фитопланктон в стрессовой ситуации. Под влиянием прибрежных волн водоросли начинают светиться и озарять своим светом берег, словно тысячи светлячков оказались разбросанными по морскому песку. Такого же эффекта можно добиться, наступив на берег усеянным биолюминесцентным фитопланктоном босой ногой. В результате на песке остается светящийся след. На этом все, друзья. Если вам понравилось это видео, сами знаете, что делать. И не забудьте подписаться на канал. А если вы уже подписаны, то нажмите на колокольчик и поставьте галочку. Сообщать мне обо всех новостях этого канала, чтобы не пропустить новые интересные видео.